В этом году местом проведения форума «Живи, Святая Русь» символично выбрали Центральную библиотеку имени Сергея Есенина, как одного из самых ярких исторических и культурных персонажей нашей страны. В этот раз говорили о тех, кто неравнодушен, о благотворителях, меценатах и храмостроителях. В течение года мы не только собирали информацию об известных людях и не очень, но старались донести до каждого, но все-таки побольше поездить, порассказать о наших таких вот людях, которые достойны нашего внимания и нашего почтения. Идея форума не просто познакомить детей, взрослых с работой такой благотворительной, но еще построить такой мостик из прошлого в настоящее. Потому что, когда мы работаем над какой-то информацией, мы все время спрашиваем себя, а вот что способствовало тому, что человек открывает свое сердце другим? Проект «Живи, Святая Русь» – это активная площадка для дискуссий и встреч от Рязанской епархии. Конференция воспитывает духовное развитие подростков, как считают священники. Очень важно, чтобы молодежь научилась не только плохому примеру, которого сейчас масса преподается и все время преподавалось, но и хорошему примеру. О том, как вообще эту жизнь прожить, чтобы не стыдно было потом предстать пред Богом. Потому что тот багаж, который человек с собой накопит за эту жизнь, он может стать для него или спасительным плотом, или мельничным жерновом, который завяжется на его шее и утащит на самое дно. Вот. И вот этот, собственно, форум, он этому посвящен, преподаванию именно хорошего примера. Преподать хорошее в Рязани – уже один из главных культурных трендов. С каждым годом число неравнодушных, для кого вера и духовность – не просто слова, возрастает. Как считает церковь, такие площадки – место единения и поддержки. Потому что благотворительность сегодня – это не только деньги.